Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вчера вечером я выставила видео, сегодня утром проснулась, 9 марта, а снег идет, идет и идет. Посмотрите, какая красота у нас, настоящая зима. Вот такое 9 марта у нас. Хочу показать наши цветы около дома. Вот цветы действительно, у нас все цвело, была весна и пришла зима. Вчера написали мне с Ирландии, там вообще настоящие сугробы. И снег идет. И обещает еще целый день сегодня, вроде бы даже завтра. Но время покажет. Мой муж не поехал на работу, прислали ему сообщение. Прогуляемся немножко до парка. Ну, он же работает в лесу, сажать деревья. Как здесь сажать деревья прямо в снег? Невозможно. Поэтому, не знаю, может быть, несколько дней будет дома, может, 2-3 дня. Ну, что делать, такая ситуация. Немножко он расстроенный, потому что ему же оплачивают по часам. Но вот смотрите, я вот впереди вижу автобус. Значит, дороги как-то почистили, и автобус ходит. Но для нас это зимняя сказка, это чудо. Нет, автобусы все ходят. Да, просто мой муж бы, может, и до работы бы добрался бы как-нибудь, да, но в снег как сажать, это нереально. Ну ладно, отдохнет. Я сегодня тоже дома, поэтому будем немножко отдыхать. Хотя хотели в город съездить, в банк, но посмотрим. Может, потихонечку доедем. Ну как в город? Мы и так в городе живем, просто на окраине. Ну, едут, едут, потихоньку, потихоньку смотрю машину. Но надо быть очень-очень осторожными. Но все равно как-то тепло. Наверное, минус один, мне кажется, только на улице. Вот так вот зимняя сказка. Давайте до парка нашего прогуляемся. Для нас это сказка. Ну, кто смотрит меня, например, с России, для них каждый день это, ну, привыкли. А для нас это необычно. Очень красиво. Но я радуюсь, как ребенок, честное слово. Муж мне говорит, иди вставай, делай видео. Потом вдруг растает, я говорю, да не растает, ну ладно, пойду видео снимать. Вот так впереди. Не знаю, были ли с утра автобусы, не знаю, честно. Потому что здесь же 6 утра люди работают. Был ли в 5 утра автобус, вот. Но у меня так совпало, что сегодня выходной. Сегодня я не работаю, только мне в субботу на работу. Снежок, снежок. Что будет вечером? Наверное, еще больше будет снега. Здесь вот немножко люди ходили, следы. Так все белым-бело. Нет, автобус, смотрю, сейчас и в другую сторону тоже поехал. Это очень хорошо. Самое главное, что есть движение. Но если бы сейчас бы мороз был, может, минус 5, минус 6, возможно, движение бы остановилось. А так как... Ну, может быть, даже 0 градусов. Я вот сейчас вышла, не холодно. Так, приятно. Так что... Вот такая зима. Вот такой март у нас. Кто мои видео регулярно смотрит, знает, что я видео снимаю, на улице у нас зеленая травка. Ну, иногда только вот было немножечко в декабре снега. Вот так вот в этом году. Ну, хорошо. Надо радоваться. У природы, как говорится, нет плохой погоды. Ну, все, мои хорошие, я буду, наверное, заканчивать это видео. Вот. Только проснулся, еще даже не завтракала и сразу решила сделать видео. Все, давайте. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Может быть, опять про погоду сделаю видео. Посмотрим, что у нас дальше будет. Какая обстановка, ситуация. Все, всех люблю. На связи.